атмосфере уюта и всеобщего единения прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери. Историко-культурный центр и Богородица-Рождественский храм села Тарычево подготовили для наших жителей и гостей настоящий музыкальный подарок. А преподнесли его по доброй традиции воспитанники вокальной студии «Академия голоса», профессиональные певцы и артисты. Мы в гостях у вас бываем очень регулярно, 4 раза в год, всегда после Нового года или на Новый год, весной всегда, осенью. Вот в этом году, в этом учебном сезоне у нас это первый концерт здесь у вас. И мы очень рады показать, ну, не всех, может быть, наших звезд, но некоторые звездочки сегодня выступят. В программе выступлений более 30 номеров, оперная классика, советская эстрада, патриотические песни. Сильные и пронзительные голоса талантливых молодых певцов завораживали. Даниил Марахин выступает видным уже не впервые, и в этот раз он подарил публике песни, где каждая строчка пропитана любовью к Отечеству. Так как я работаю в ансамбле Росгвардии, соответственно, патриотический репертуар первое место занимает. Но это очень волнительно, это очень ответственно. Уже 5 лет с ведущим педагогом Москвы, руководителем студии «Академия голоса» Мариной Коноваловой занимается вокалом диакон Владимир Бобков. И вот он на сцене с романсом «Гори, гори, моя звезда». А пожелание у Владимира Бобкова в этот праздничный день только одно – единство настоящего единства, чтобы у нас не было распри ни в коем случае. Несмотря на то, что наша страна многонациональная, да, у нас иногда начинаются вот какие-то нестыковки. Но мы должны помнить свою общую историю, да, и ни в коем случае в плане национальных каких-то, чтобы у нас не было никакой вражды. Публика, среди которой меломаны самых разных возрастов, была покорена. Все подпевали и не скупились на аплодисменты. Для меня сегодня был такой восторг приехать сюда и послушать такую интересную и хорошую музыку. Это что-то нечто, что-то волшебное, незабываемое. Сегодня... Очень талантливая молодежь, и вживую мы слышим. Такое мы по телевизору не услышим. А тут вживую и очень хороший аккомпаниатор. Очень необычно, трогательно, как-то так вот, честно говоря, вот в нынешнее время вот это вот увидеть очень сложно. Как русская культура, наша культура. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.